2017 год. В прошлом году Китай выделил нашей стране 100 миллионов долларов для ремонта трассы Бишкек-Карабалта, из которых в виде кредита 65 миллионов, в виде гранта 35 миллионов долларов. В ходе проекта расширят дорогу и обновят 52 километра асфальтового полотна. Азиатский банк развития выделил Кыргызстану грант в размере 25 миллионов долларов. Доноры потратили деньги на улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане и более эффективного вовлечения частного сектора в экономический рост страны. Россия выделила Кыргызстану грант в размере 30 миллионов долларов. Министр финансов тогда прокомментировал вот так. Одна часть суммы будет направлена на строительство домов для сотрудников силовых структур, а вторая – на поддержку бюджета. 2018 год. Ко второй половине этого года актив Министерства финансов внушительно пополнился грантовым богатством. Почти 4 миллиона долларов выделяет Саудовская Аравия на обновление оборудования медцентров Кыргызстана. Технику должны купить для медцентров Бишкека, Каракульджи и Тюпа. 6 миллионов долларов перечислит правительство Японии. Деньги должны пойти на укрепление здоровья матерей и детей и улучшение контроля за наркотиками. Международный фонд сельскохозяйственного развития намерен предоставить в качестве дополнительной финансовой и технической поддержки 25 миллионов долларов, ровно половину в виде гранта. Цель проекта – улучшить животноводство и пастбища. Снова дарит деньги Китай и снова не потребует их назад. Средства предназначены для реализации проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека. Размер 450 миллионов юаней. Это примерно 4 миллиарда 600 миллионов сомов. Цель – ремонт дорог и раскопки в древних городах. Но не всегда деньги дают насовсем. Сейчас Китай является основным кредитором Кыргызстана. Речь идет о долге в размере 1 миллиарда и 700 миллионов долларов. Анатолий Скулов, Русем Раимбеков, телеканал «Апрель».